Всем привет! Вы на канале Сестрички Плей! Мы сегодня будем играть в какого-то воишку. Угу. Вот да. Я уже немножко начала. Так. Вот, сейчас работает у нас человечек. Так, сейчас я переключу собаку и пойду. Пойду и испугаю. Если вы знаете Family Box, посмотрите, и там будет такая игра. Да? Да, Ксюш? Да? Мы собрали три мешочка. Там 20 уровней. Угу, да, 20 уровней. Уровней 20. Вот так может играться мальчик. Так, вот и следующий уровень. Сейчас мальчик подвинет собаку. Вот я уже на втором уровне. Да? Угу. Так. Вот собака поднимается. Потом она должна запрыгнуть на этого человечка. Вот, потом она гавкает на него. Надо мешочек взять. Так, потом нужно переключать этого человечка. Он идет уже. Вот он идет. Оп. Все. Второй уровень не пройден, так что я начну третий уровень проходить. Так, он у нас кстати, там будет еще с лазерами и с этими пулями. Угу. Это пушки. Пули. Называется пули. Пули. Пушки. Сейчас я возьму мешочек. Отключи видео. Ну ладно. Моя сестра сейчас на минуточку уйдет. А что ты хочешь? Я хочу. Что ты хочешь? Попить. А, попить? Понятно. Моя сестра ушла попить. Сейчас он спустится туда. Я его сейчас поймаю. Сейчас я его поймаю. Собакой, в смысле. Так. Оп. Пока собрать его. Так, и мы начинаем четвертый уровень. Тут у нас уже с лазером. Но это легко. Это легко с лазером, но на нас этот лазер не попадает. Но тут два этих дяди. Пару дяди. У меня сок на них. Так, давайте. Ксюша, я тоже хочу попить. Я отвечу зрителям. Ксюша, ты можешь просто мне принести, если хочешь. Просто я тут гравись. Скажи, что я иду за твоё. Я тоже пить хочу, так что моя сестра пойдет даст. А я пока что стараюсь взять петь мешочек. Не могу зацепиться. Аус, упал. Хотя я сказала, слезла. Вот мой человечек уже почти добрался, и он промахивается. Ну, жаль. Давай, прыгай. Нет. Давай, ты справишься. Да блин, снова.
все. Пробую еще раз. Есть! Кстати, у меня зубы выпали. Вот, видите? И смотрите, как я могу кстати, сделать. Ну ладно, буду продолжать. Иду я. Хорошо. Моя сестра уже пришла. Спасибо. Она сейчас мы будем дальше играть, когда попьем. Что ты делаешь? Так, ну ладно. Продолжим играть в эту игру. Продолжим эту игру играть. Кстати, в следующий раз я буду играть в Roblox, да? Да. Еще я буду играть в разные игры, тоже как у Family Box. Еще я буду играть в «Вода и огонь», в «Персет», в «Барди». Ну ладно. Будем дальше делать. Тут уже с коробкой и два, один лысый, один нет. И на одного надо скинуть коробку. Она два. А на два, на втором, мы просто погавкаем на него и все. Ой, надо собаку переключить и взять золото. Я иду, человечек. Там он где-то. Сейчас я его покажу. Человек. Сейчас я его переключу. Вот сейчас вот эта громила бездельник. Вот этот человечек, видишь? Вот синяя появляется, и я могу взять мешочек. Если вы помните, мы, сестрички, да. И вот я начинаю вот это вот делать. Так, идем. Так. И собака играет. Скажу, что я еще на что-то ухожу. Моя сестра еще на кое-что, на что-то не знаю, что уходит. А что ты, Ксюш? Я ухожу. Я хочу сказать, когда будет кушать. А, спроси. Я скажу им. Моя сестра просто уходит почему-то, не знаю. Так. Ну вот, не знаю, какой я уровень прошла. Но мальчик может перекраняться, он может через узкие щепки пробраться. А собака может ралить. Сейчас... Ага, понятно. Сестра пришла. Вот уже пришла. Привет! Всем привет! Мы на канале... Сестрички Плей. Плей, вы не забыли? Мы не забыли. Как они могли забыть? Вот, берем мешочек и супер сложный момент. Тут с лазером. Кстати, там еще будет с пулями. Вот, смотрите, я должна... Все, есть. Я добралась до красной кнопки. Вот, смотрите, я добралась до красной кнопки. Я добралась до красной кнопки, это очень хорошо. Вы понимаете? Кто нас? Он поднимает лифт. Вот. Вот и мячик скатился, мы его подвигаем. О. Так, вот. Теперь он под лазером, можно его схватить. Оп. Да, моя сестричка? Да.
кстати, меня зовут Лера, а мою сестру зовут Ксюша. Да, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Я вас люблю. Спасибо, что пришли. А, понятно, все, лучше я отойду. Иди. Я не буду говорить и все. Хорошо? Хорошо, Ксюша? Так, теперь я сейчас буду снова скидывать коробку. Я пишу. Скажи, что уже Ксюша не хочет сниматься. Ну, Ксюша не хочет сниматься, ну и ладно. Скажи, что она сама снимать. Ну вот, я тебе на это громилу скину ящик. И потом, получается, на синюю кнопку нажму. Вот. Она спускает лифт. И теперь рядом красная кнопка. Понимаете? Понимаю. Да, Ксюша, вообще-то я зрителем. Если вы будете много смотреть наши видео, тогда мы получим кнопку «Да», Ксюша? Да, Ксюша. Моя сестра почему-то во всем согласна, то, что я говорю «Да». Да. Так и есть. Смотрите, вот сейчас я пройду весь уровень. Его тоже коробкой передавит сейчас. Все его передавило, так что мы на новый уровень переходим. На 8-й уровень. В следующий раз мы продолжим. Ну, еще я могу поиграть немножко. Ой, надо забрать мешочек. Так, пульнула. Сейчас мы... Оп, прячься за пушкой. Так, есть, пульнула. Сейчас пульнет! Блин. Блин, на сковородке. Так, идем. Так, все. Я спряталась возле пушки. Все видят? Да, наверное. Опа, есть. Я знаю, как они спят. Ага. Класс. А как? Понятно. Хибенькая ты. Ладно, просто сестра моя, как вы знаете, Ксюша, показала мне свою игру про кошечек. Мы потом будем снимать игру Roblox. Так, теперь пес. Так, кстати, пес зовут Лесси. А мальчика зовут... Мне кажется, его зовут... Как там? Друзья, напишите в комментариях, как можно назвать мальчика из игры. Так, Ксюша? Да. Как я сказала, Ксюша во всем соглашается. Да. Так что не буду спорить. Да. Придется снова вернуться в то место. Так, мы собрали только 2 золота, теперь 3 собрали. Все. Мы прошли 8-й уровень. Так, теперь 9-й уровень. О, я знаю этот уровень, там нужно поменяться. Так. Вот так делаем. Мы. Так, надо прийти.
А, я поняла. Так, надо спустить. Вот сейчас это... Так, меняемся. Напишите в комментариях, как можно рысых назвать еще и не рысых. Пусть очень много посмотрим и поставят лайков. А еще подписаться не забудь. Я про тебя вообще-то. Так, смотрите. Теперь смотрите, что я сделаю. Я поменяю. Собака поменяется с человечком. То есть Гэсси поменяется с этим мальчиком. Два громилы, ну я их так буду называть. Пока ходят туда-сюда, им ничего не мешает. Что такое? Понятненько. Ну ладно. Хопача. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, собака будет немножко помогать, но вся основная работа в мальчике. Так, чем мы сейчас играем? Ага, собакой. Понятно. Скоро я доиграю, у меня осталось два громилы. Это несложно. Это зафиксировать. Так, вот один поднял руки, я должна его схватить. Пуля будет в следующий раз. Так. Все. Вот и наш зеленый рычаг. Это никого? Так, собаку срочно. Все, на нем лазил. Теперь я могу спокойно его ловить. Вот и все. Ну, на этом мы попрощаемся, друзья. Увидимся в следующий раз. Завтра будет новое видео, наверное. Для новых встреч.